Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые читатели журнала «Навигатор игрового мира». Мы продолжаем смотреть мега-воды с турнира под названием ПГЛ. Воды от первого лица. Их было записано очень-очень много. Мы разгребаем материал. Вот. И предлагаем вашему вниманию третью игру французского Хомана Тодда против китайского Орка Флая. Третья решающая игра. У них сейчас счет 1-1. Первые две игры не такие интересные. Ну, первый выиграл тот, если коротко, там через Тайр 3 затяжная игра, напряженная, но не очень интересная, потому что довольно стандартно. Второй он проиграл, потому что пошел застраивать, у него это не получилось. Игра прошла очень быстро. И сейчас третья решающая игра, мы будем смотреть вот от первого лица, то есть будем наблюдать все эти действия, которые приведут француза либо к победе, либо к поражению. Ну, я знаю результат, конечно, но вам рассказывать не буду. Оригинальная карта. Оригинальная карта под названием Tidewater Glades. Одна из трех новых карт, которые добавили организаторы самой крупной лиги по Warcraft под названием WCTRL. Она является частью самой крупной онлайновой лиги ESL, Electronic Sports League, которая, в свою очередь, является соорганизатором этого турнира. Поэтому новые карты, которые добавили на онлайновую лигу по Warcraft, они были в боевых условиях испытаны на этом турнире впервые. Вот, а многие игроки карту знают очень плохо, и такой интересный момент, когда ребята готовились к игре, настраивались, показывали воду от первого лица, то есть полностью сигнал, как загружается там Windows, как настраиваются они, как смотрят демки, и перед тем, как сыграть на новой карте, все прокликивали, смотрели монстров, смотрели, что где выпадает, то есть как бы настолько не знали новые карты. Ну и прочитав несколько дневников про геймеров с этого турнира, мы снова узнаем о том, что действительно многие знакомились с картами по ходу турнира. А чем интересна эта карта? Здесь 4 респауна, не так важно. Здесь своеобразный лагерь наемников, в котором продается много интересных, нанимаются много интересных нейтралов. Непохожих таких нейтралов нет нигде. Они очень крутые. Самые разнообразные, там большой динозавр с топотом, маленький фурблок с реджувенейшеном, как его называют, сатир с курсой, с проклятием. И оно появляется довольно-таки рано. То есть вы можете обладать такими мощными заклинаниями, главное это все расконтроливать на довольно раннем этапе игры. Мы сразу же видим, что, во-первых, тот играет довольно-таки стандартно, он видел, что на респауне он застроиться не сможет, потому что довольно широкий проход. Вот. С другой стороны, бежать очень долго рабочим до леса, и ламбермилл — это то, что нужно оттуда построить все-таки, потому что он будет много терять по дереву, ему понадобится на двух, на трех рабочих больше в перспективе на лес. Вот. Лучше уж построить ламбермилл, который все равно потом понадобится, и на рабочих сэкономите, и здание придется, не придется потом достраивать. Пауэркрипинг с рабочими выпадает гаунтлетс, нет, иллюзии. Посох иллюзий. Разведку тот сразу не сделал. Опа, пришел БМ. Из винвока добил нейтрального монстра и вторым ударом добил элементали. Очень неприятно. Строит башню в такой застройке между бараком, фермой и алтарем. Башня будет магическая. Здесь Грант выдает, стоит рядом, выдает то, что рядом БМ в инвизе. И он видит, куда идет тот. Так. Кузню строит тот. Видит, что у противника стандартный грейд на Тайр 2, более-менее стандартная застройка. Продолжает крипинг. Француз накидывается на Фулберга. Кстати, у этого как раз Фулберга и есть Rejuvenation. Грант выдает. Так. Да, здесь рядом. Ой-ой-ой, окружили Архмага. Не добил, конечно, Орк. Господи, жалко же отдавать Архмага так. Но вынужден. Отдает своего АЭМа тот. Я полагал, что БМ добьет монстрика и попробует стырить девайс. Может быть, у него это не получилось. Может, там он не успел. Так или иначе, он убил Архмага. Зажал его грантом и БМом с двух сторон. И сейчас тот строит магическую лавку. Футмены у него довольно-таки битые. Пригодится в будущем.
А, здесь довольно сильные монстры на шахте, поэтому строить нычку, да и бежать до нее относительно далеко, но посмотрите, желтенькая точка сверху и снизу. Ну, как бы снизу не через одну. В общем, далеко бежать до шахты. И там монстры посильнее, чем на Эхо Айлс. Неудобно ставить экспанд. Крепится. Здесь пауки с ядом, вот этот вот большой, действует по скрипту так же, как и любой другой монстр нейтральный с ядом. То есть он стреляет по разу по каждому из ваших монстров, по каждому из ваших юнитов и отравляет их. Неприятно на такой точке крепится. Как правило, приходится после этого сразу лечиться, потому что у вас все, это минус 50 хитов минимум, и все мало хитпоинтовое, поэтому Грейт на Тайр 2 доделался. Мы строим Маунтин Кинга, заказываем Свиток регенерации жизни, лечимся. Делаем последнюю иллюзию, отправляем в разведку. Тут еще это не прошла иллюзия. Грейт на Тайр 2 орка сейчас тоже доделывается, судя по всему. А Аркану в Санктум нужно ставить. Тоду, почему-то он этого не делает. Не знаю, как так ферма. Может, я его прозевал? Храм истины. Бесспорно нужен Тоду. Он бежит на не очень большую точку, опять-таки, фулбергов, с которых, ну и выпали, собственно, эти иллюзии. Ждет, видимо, пока у него выйдет второй герой. Да, Риджуф тут накидывает фулберг на себя. Опять приходят гранты. Хотел перебить лечение, не получилось у Тодда. Там грант лечился. Арканов Санктум, Храм Истины, строит Тодд. Делает его сразу двумя рабочими, для того, чтобы в ущерб хоть ресурсам, но зато построит быстрее. Так, БМ на хвосте. Ай, собственные монстры мешают, вот там криты пропирают БМа, кидается молоток противника. На некоторое время он остановился, но поджимают. Ой-ой-ой-ой, неужели снова убьют Архмага? Нет, молоток мы сделали, быстренько выпил бутылек лечения тот и находится рядом со своей армией. Архмаг такой герой, который довольно дохлый, и с другой стороны он вроде как основа армии, потому что без него не покрепится, он еще ауру дает регенерации маны для героев, для кастеров. Поэтому у всех хуманов со стажем есть некая болезнь. Они очень боятся потерять Архмага и очень сильно им дорожат. Ну, это болезнь, как бы, это результат закалки многолетней в играх. По опыту знает, что терять Архмага лучше не стоит. Его, конечно, может заменить, потом дополнить скорее. Даже не заменить, а дополнить Маунтин Кинг. Он и танк, и тут рабочих еще тот взял. Случайно вот группу с рабами он взял. Может, он хотел сделать с ментами, так прокрепиться, но здесь уже сомнительно крепиться с ментами, потому что и так уже появляется первый кастер, и пауэр крипинг не так нужен, еще рифлы есть, в общем. Видимо, скорее всего, просто мисклик. То есть он выделил группу, случайно нажал. Ну, бывает, когда ты нажимаешь 1А, 2А, чтобы все шли, да, и, может, 3А нажал, а там у него старые бинды остались с рабочими. А старые бинды он делал для того, чтобы на самом начале крепиться. Вот он, тот самый лагерь наемников, который кишит просто самыми разными сильными нейтральчиками. Вот, но он довольно сильный. Посмотрите, дракон. Серия троллей на земле. БМ! Засветился красный БМ! Опа! Тот это тоже увидел. И, ой-ой-ой, сейчас есть реальный риск, нужно добивать. Так, Лизард. Вот они, три монстра. Динозавр большой. Ой-ой-ой-ой! Просветил, но девайс-то не взял. Девайс не взял, кажется. Маунтин Кинг. Вот, что есть у Лизарда? У Лизарда есть персовый дэмэдж, который не заменили на магический, хотя он должен быть магическим, ну да бог с ним. Имеет небольшой сплэш. И самое, пожалуй, главное, способность топать. Такой же клэп, как у Маунтин Кинга первого левела. Ну, то есть он наносит там 70 урона по всем, кто вокруг, снижает скорость перемещения и скорость атаки. Тут нарывается на довольно серьезную точку. Вот он сейчас топнет, скорее всего. Бах! Вот, Ализард. Но то, что БМ контролирует перемещение, у противника тоже такой динозаврик есть в команде. Поэтому
Ну вот это все прочувствовали. Самые разные матчапы быстро этих монстров внедрили, что очень помогает. Очень помогает. В самых разных стратегиях. Там, к талонам опять-таки этот Лизард подходит, потому что он стенку образует и замедляет, к ним вообще не пробраться. А орки любят этого, точнее второго монстра с Риджива. Вон он маленький фулбер, который стреляет, его, наверное, не заметить. А он Риджувинейшн кидает. Ну и, собственно, Бэма очень сложно тоже убить становится. Его Шадухантер лечит, у него есть Виндвок, на него еще кидают Риджув, и вообще ничего не сделать. Ну там еще стекается, потому что с Спиритлинком, ну, то есть дэмэдж распределяется между всеми воинами. То есть у Бэма еще жизни увеличиваются, еще есть лечение такое, сякое, и Виндвок еще есть. Не убить просто этого героя становится. Он может танковать, резать, сколько влезет. Снова-снова видит, где крепится противник. Ай-яй-яй. Добивает молотком. ЛС накидывает на Лизарда. Лизард топает. Пытается забежать противник. Делает ТП отсюда тот. Усвоясь на него, кидает еще два ЛС. Очень неприятно так телепортироваться. Но, слава богу, у Тодда не было красных юнитов. Бывает иногда действенно, то есть идет сражение, вы там, противника бьете, 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 у него толпа красных юнитов, такое бывает во время, там, например, застройки, или когда вы бьетесь с орком, у которого спиритлинг, там, доводит до вообще мизерных хп, и он телепортируется, вы кидаете 2 ЛС на его войска. Сейчас 2 ЛС, правда, кинуть сложно, потому что кулдауну героя нужно передавать другому. Но суть в том, когда телепортируется вся армия врага, она в куче, и ЛС несколько секунд действует. Он наносит там 15 урона каждую секунду, вы сами понимаете, что там за 3 секунды вряд ли разведешь, и снимается у всех полсотни жизней. Бывает, что герои умирают на таких вещах. Ладно, тот телепортировался, продолжает крепиться. Но не оставляет его в покое вражеский БМ, он контролирует полностью перемещение Тодда. Уже ни одного монстра добил и пару девайсов стрелял БМ. Уверен, что он и здесь рядом, потому что он уже засветился. Тот еще приста своего подставляет, вон прист. Опа, вон БМ. Кинули молоток, девайс он не взял. А вот этот вот Scroll of the Beast, ой-ой-ой. Scroll of the Beast, кажется, тоже подобрал противник, потому что просто не было места свободного. И снова сражение. Лизард очень неудачно сзади пытается пройти, атакует. Зато Mountain King там кидает молотки, делает клэп. Шадухантера поднимает в воздухе, чтобы он не лечил, но как только он приземляется, он сразу же... Нет, снова взлетает. Не успел он подлечить. Mountain King танкует. Неплохо, кстати, разбирает. Минус один Spirit Walker, минус второй. Так, но... Довольно неплохо, вот только Лизарда могут убить. Делает ТП, видимо, чтобы не потерять дорогостоящего динозавра. Его ловят в сетку, и на последних хитах динозавр все-таки спасается. Вот этот размен был в пользу Тодда. Да, потому что он потерял всего лишь одного приста и того на крипинге. И убил, по крайней мере, там 4 юнита орк. Поэтому... Далеко еще не все потеряно у Тодда. А, вот еще два приста. Может даже он... А, ну да, того приста он точно потерял. Скорее всего, это просто достроился еще один прист. Взял его в группу. 3 сорки, пара пристов. У сорок есть Great на инвиз. Стоит акцентировать на это внимание, потому что это как раз тот самый спелл, который помогает, предотвращает убийство Архмага и Маутон Кинга. Противник делает на вас хекс. Вы никакие предметы не можете делать из-под хекса. Снова битва. Снова Mountain King вырывается, делает клэп. В Лизарда на этот раз тот контролит. На него, правда, кидает противник сетку. Архмага начинает бить. Тот отступает. Так, Лизард прорывается. Scroll of the Beast. Неужели нет диспела у... Довольно большая, кстати, армия у противника. И Лизарда вырубает. БМ там режет. Тот отступает. Все красное вообще у орков. Очень все красное. Снова прорывается, снова клэп, прибежали менты, они помогают тут, помогают, урон нехороший. Бэм ушел в инвиз, начинает резать Архмагу, Архмага довольно мало жизней, ждет, когда, видимо, телепортироваться тот, телепортируется, и опять-таки довольно, вот если бы он не потерял
опять-таки, динозаврик этого большого четырехлимитного, то, опять-таки, он разменялся неплохо. Потерял всего лишь сорку, возможно, ментов. Но он так же, как был вот в этом 48 лимитом, так и остался. То есть армия у него... А орка подрезал, по крайней мере, тоже 4 воина, как и в прошлой игре. В прошлой партии. В прошлой стычке, точнее. И сейчас у архмага практически 5 левел, если пиксели не изменяют. Можно покрепиться здесь. Опасно, опасно. Потому что противник контролирует перемещение Тодда, по крайней мере, контролировал это первой половине, так скажем, игры. И сейчас тот, видите, выманивает тоже монстров для того, чтобы только подставляет элементалей под этих... Короче, у лизардов есть еще способность, они делают пурдж вместе с... Есть вероятность такая же, как у орбы, сделать пурдж. Или это заклинание у мелких лизардов. Пурдж. Ну, так или иначе, вот на этой точке пурдж это лемов. И их нельзя подставлять. Точнее, их можно под... Ой, снова орк нападает с фланга, но он закрепился нормально. Тот, скров за бис делает тот, свеженький девайс, который здесь выпал, забегает лизард в самую кучу, делает клэп. Ой, неприятно, из-за диспейла сразу же скров за бис. Клэп делает в свою очередь Маутон Кинг, лечение у Шаду Хантера, все здоровое. Маутон Кинг убивает, Маутон Кинг, хекс, наверху он бегает. Ой-ой-ой, сорочка приходит, слоу. МК вышел из Хекса, кинул, огрызнулся молоток, убивает БМа, у БМа очень мало жизни, есть молоток у Маутен Кинга? Спирит Линк, ой-ой-ой, в такой суматохе сложно что-то разглядеть, где МК, где что. Вообще, БМ наверху там что-то нарезает тоже, Маутен Кинг, во-во-во, все уже сбивается у Тодда, у него цвета поменяли войска, то есть это сочетание клавиш Alt-A, это... Значит, он быстро нажимает Alt, смотрит, сколько у него жизни, и в то же время еще там кого-то атакует. Такая комбинация происходит, когда человек теряется. Ну, по своему вот опыту знаю. Такое часто бывает. Вот. Не успевает, в общем, расконтроливать тот, отступает. Теряет, опять-таки, немного. То есть, минус, конечно, жизни у героев, минус, там, спеллбрейкер, минус райфл. Ну, постепенно, да, его обескравливают. Вот. И еще есть вероятность, что у противника экспанд. Не уверен в этом, но есть такая вероятность. Надо бы разведку сделать. Пробивает камни, видимо, пробивается, да, к мурлокам. Точка из мурлоков. Здесь неудобно. Если вас здесь сзади подожмут, то будет неприятно сражаться. Архмага отводит. Маутон Кинг. Сейчас мы увидим, какого четвертого ли левела или уже пятого. Сейчас посмотрим, какие спелы у МК. Ну да, либо третьего, либо пятого МК. Молоток кинул. Это пятого левела МК, третий молоток. Очень серьезный Маутон Кинг. Финальная битва, судя по всему. Тут врывается снова орк. Очень хочет размена. Он орудует... Врывается, менты прибегают, все вообще с мейна, благо мейн под боком. Архмага начинают бить, крит, инвиз, хекс. Невидимый архмаг его диспелят, снова инвиз, он убегает. Молоток в Shadow Hunter пытается, Маутен Кинг, снова инвиз, но архмага все-таки видит. И крит на 200 там прошел, минус архмаг. Последняя надежда это убить вражеского героя, но тот врубает инвул, делает лечение. Все здоровое орка, и тот... Пытается отжать еще БМа. И ультимейт Блейдмастера. Красивейший ультимейт. Остатки хумановской армии убивает. Тот, не написав ГГ, выходит. Вот такая вот игра получилась. Надеюсь, вам понравилось. Наверное, практической пользы она несет не очень много. Потому что карта оригинальная. Она встречаться не будет. Динозавров вы не увидите. Тем не менее, общие принципы в стандартной игре Хуман против Орка здесь можно подчерпнуть. Всего хорошего, удачи. Играйте в Warcraft.